И далее коротко о других событиях в городе и области. В Энергодаре приняли присягу девушки-нацгвардейцы. Представительниц прекрасного пола двое среди новых бойцов-контрактников военной части 3042 внутренних войск. Донецкий суд отменил ликвидацию Запорожского завода. Решением Донецкого хозяйственного апелляционного суда отменено решение хозяйственного суда Запорожской области от 15 апреля, согласно которому была открыта ликвидационная процедура завода «Азмол». Об этом сообщает Фонде госимущества Украины. В Бердянске совершен разбой в туалете. Добыча составила всего 600 гривен. Задержать преступника по горячим следам не удалось. За грабеж в общественном туалете злоумышленнику светит до 12 лет лишения свободы. Отследить декоммунизацию Запорожской области можно будет по интерактивной карте, созданной в Украинском институте национальной памяти. Согласно данным, размещенным здесь, переименованию в Запорожском регионе подлежит 41 населенный пункт. Это 37 сел, 1 ПГТ и 3 поселка. Ознакомиться с интерактивной картой можно на официальном сайте Института национальной памяти.